Во Дворце культуры города Темиртау состоялся первый масштабный музыкальный концерт учебного центра «Талант». Юные музыканты продемонстрировали свои умения в игре на гитаре, фортепиано, барабанах и в вокальном искусстве. Всего на сцене выступили более 30 ребят. Каждый из них поразил зрителей своим талантом и мастерством. Руководство обучающего центра подчеркивает важность таких мероприятий для развития творческих способностей учеников. Сегодня у нас был такой мини-отчетный концерт наших юных талантов, которые уже многие месяца и даже годы трудятся над творчеством своим, то есть пытаются играть, к профессионализму идут, хорошо справляются, где-то кому-то сложно приходит, но они стараются. И сегодня мы решили показать немножечко этому открыт себя городу, чтобы они немножко привыкали, и у них был еще дальше стимул к игре на гитаре, на рояле, на фортепиано и так далее. Важно отметить, что с детьми работают опытные педагоги с большим стажем работы. Учебный центр «Талант» предоставляет возможность заниматься музыкой всем желающим, независимо от уровня подготовки. Я посмотрела видео у других групп и тоже захотела басистом быть. И вот пришла, нашла через Инстаграм. Мы выступали уже с талантом в Караганде у нас в Темиртау. У нас суперский преподаватель, очень любим ее. И с каждым разом, с каждым выступлением у меня получается все лучше и лучше. Мы уже много раз были на концертах. Конечно, они были не такие масштабные, как этот, но это тоже был, ну, это тоже опыт. И я этим доволен. Учебный центр «Талант» предлагает своим ученикам не только музыкальные занятия, но и разнообразные курсы, такие как компьютерная грамотность, танцы, рисование, языковые занятия и игра на музыкальных инструментах. Набор на курсы ведется на постоянной основе, и желающие могут записаться по телефону 8-747-633-83-92 или по адресу проспект Республики, 20, деловой центр «Экспресс», офис 423. Токжан Сагимбекова, Александр Лоумако, новости Темиртау.